Stop out. Ну тут-то, я думаю, попадется. Ну, а вот ты что-нибудь написал? Ну вот сейчас, да, написал единицу. Нету. Понятно. Что напрасно. А, последние две локи осталось. Да. Готов. Так. Раз, два, три. Ну, пожалуйста. Ой, ой, в топе, в топе. Нашел. О, вижу тебя, Фаргал. А ты писал что-нибудь в чате? Я не писал, но я тебя вижу. Да, ну, хорошо. Так, я в правом, в правом углу, в самом правом. Бегу. Но тут один минус, тут получается топер. Типа он мирный, конечно, но с драконобоем. Угу. И в убийце. Может это... Опа, она переключается. Нагро, выходи. Засранец, а? У нас нагро уходит. Отбежал такой в стороночку, понял, да? Присел, я, короче, за ним вернулся проследить. Смотрю, он мигает, крестик. Ладно. Бежал, побежал, побежал, думал, дай гляну, чем будет делать. А я сейчас, погоди, я сейчас попробую голым прийти туда. Если уйдет, то уйдет. Если убьет, то ладно. Попробуем дальше. Мы на одиночку заходили, да, сейчас? Ну да. Или как вариант, погнали оба голыми, сейчас попробуем забить. Да не, это вряд ли. Что-то стали это. Второй раз я нарываюсь на ПВПшников. До этого менялся на днях. Блять, бегает один в синке, короче. Танком бегает и бегает. И мешает. Тоже долго славливали. Словились, и тут он маяча. Ну я психанул, говорю, сам, давай, накидывай что-нибудь, давай его убьем. Мы оделись, вернулись, он прочухал, смылся. А так два раза заходили, он ждал, нас сидел, понял, да? Mm-hmm. В итоге я психанул, фиол напялил, он сразу испарился. Не, в принципе, я бы тоже сейчас мог бы его убить, но сам понимаешь, у меня пока ничего нету, чтобы такого убить. Да и по прокачке еще классов не особо. Ни навыков, ни оружия. Ну, дамага не будет никакого, а там просто он на меня фокус поставит. И все, да. Меня... Да он может и по кустам сейчас шарит, спрятаться. Это, конечно... Да пофиг, я же говорю, я сейчас головой пробегусь. Интересно посмотреть просто, что он там, где там. В принципе, да по кустам я же тоже вот могу пройтись. А ворона же чекает кусты, да? Если ну, кто-то да. Сидит. Да. Вот. А то я с ним спорил как раз недавно. Ну а ворона как раз и используется, чтобы чекать кусты как бы. Ну, раньше использовалась ради этого, сейчас не знаю. А еще знаешь, что на рейде, когда пускаешь ворону, то есть видно, да, где там типы. И во время, когда она летит, можно фокус выбрать заранее. Разве? Она вроде бы переключается, не? Я смотрел, вот Кенник выбирал фокус. Ворон пускали, и они фокусить начинали сразу. Понятно. Чуваки стоят, а они все уже распределили. Ну, я сейчас бегаю, в принципе, по локе. Тут кто-то, типа, пишет, есть клен какой-то, Волковбер. И святая дырка. типа не знаю. Сейчас еще побегаю по локе. Посмотрим. Ну да, это он был. С драком.
Бомж какой-то просто зашел, не знаю. Но я не вижу пока никого такого. Чисто вот бомжа увидел сейчас и все. Ну, что ж делать? Ну что, может, ты на локе пока останешься? Ну, окей. Я тогда сейчас это... Что там? Синий возьму с это, да? У тебя места хватит? Надо. Сейчас скажу. У меня получается... Да, по идее, да, хватит у меня. Ну, тут же 15 ячеек. Ну, ладно, пока. Ой. Может, убьешь кого-нибудь. Ну, чтоб скинуть. А, то я уже убил тут оленя. Я не знаю, это, блин. Вот, тюмы эту... Не знаю, он тоже не донатит, да? За серебро ремонтировать Кадору. Ну, когда пытаешься без доната играть, оно так и есть всегда нестандартно. В принципе, это знаешь, такое. Если вот серебро, ну, вот прокачать весь район, то серебро больше и не надо будет. Ну, вот, вот именно, вкачать-то не так уж и просто. Ну, вот, допустим, сейчас, смотри, выпала такая возможность, типа, поменяться с тобой на сет. А мне надо для прокачки района, получается, сейчас только железо осталось. То есть я уже клен вкинул, деталь вкинул, осталось железо. Но я же его тебе отдам ради сета. Так вот и получается. То есть район у меня не на первый, так сказать. По серебру много уходит на район. Очень много. Знаю. Не, ну, как бы это, тогда уж знает. Кто-то один из вас собирает серебро качать. Так, ну чё, мне заходить там чисто? Ну, я вижу только одного бомжа. Ты вообще где появляешься? Я снизу появляюсь. Снизу? Ну, окей. Давай тогда заходи. Прям в самом низу, да? Ну, где-то вот между левым и нижним. А, нашел. Пошли. Ты вообще глава клана? Ну, сейчас нет, а так изначально я был. Понятно. Ну, он просто... Блин, медведь. Можешь помочь? Спасибо. Так. Сейчас приду. Заодно и отхилюсь. А то медведь реально кусает. Надо поменять. Ты совсем красный взял. Так, получается у нас что у нас тут? А, куртку это получается ты только что починил, да? Ну, у меня не было. Короче, целую дал. Понятно. Тут пойми еще, как было насчет моего друга. Я, получается, и с тобой договариваюсь, и у него там спрашиваю ресурсы. Ты когда сказал за железо, он там как начал возмущаться. Я уже решил, типа, пускай полосы дофармит. Ты просто тут знаешь, в чем проблема? Это очень трудно именно сейчас скажу. Очень трудно себя заставить фармить, вот так вот. Да, я поначалу-то я прям фарм жестко вник. Сейчас уже обленился. А до этого я бомбил часами. Так, сейчас, погоди, я еще и отхилюсь. Иду. Ты сейчас возле оленя сидишь, да? Ну да, тут рядышком. Я
Я просто как раз после него и спавнился. Не, а как бы, а так, друг, это... Ну пусть тогда сам сеты собирает. Не вопрос, его ж не заставляют. Не, ну то понятно, просто... Я же говорю, фармить он не особо хочет, как и я. Игра такая, что поди. Так, еще вот это нам. Все, да, погнали? Да, жду. Тут, знаешь, теперь самое главное, чтобы меня не убили после того, как я возьму. Ну да. Я вот еще заметил, когда персонажа оглушают, то он перестает выходить с Локи. Да, 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 это самое опасное. То есть, если он, допустим, играть за целителя, ему-то пофиг, в принципе. Если он не бьет, он изнет там свой этот все прокасты, там что еще, бинты, еду и все. У него там, считай, 500 хп, они за 5 секунд не снесут. С учетом того, что он в броне. Ну или танк то же самое. Ну или танк, да. Это да. Знаки ж уже персонально, да? Ого, да. Тоже предлагал, блин, давайте, собирайте там одним. Ну, что-то тиммейта не хватит, ну, все. И вот и хейм у них не прокачан, и знаки не передали. А знаки вообще ну, ради чего собирали? Что, да? Ну, допустим, ты, да, собирал ради чего? Ну, как бы крафт. Получается, ради крафта, а в этот алтарь сколько вкидывать? Ну, сколько очков фиолетовый дает? Да не, фиолетовый. Ну сейчас 50 получается. После обновы не поменялись, но когда вот добавили этот личичный. Короче, он синий закинул, 25 дало. А когда он закидывал, не скажешь? Ну, после обновы. А, ну ладно, тогда. Просто я думал, может после обновы, раз их сделали типа личными предметами, то может поменяли что-то. Да ну, вообще пофиксили то, что раньше больше очков давал, сейчас меньше. Вот Фрейка давала 105, сейчас 75 дает. Представляешь? 75, да? Да. Вообще пофиксили очень сильно что-то. Да нет. А мы... Да-да-да, мы тиммейту закидывали, короче. Ну вот много сейчас что закинули. И у него один раз выпало. Только вот это дополнительное благословление, которое вообще на копейке. То есть вообще ни о чем, качаться тяжелее. Так, я захожу. Ну смотри, в чем прикол получается еще. Сейчас. В принципе, для меня, вот ты говоришь, Фрея, то 100 с чем-то было, то 75. Я вот, когда кинул, я больше ж не видел Фрея. Вот и сейчас до сих пор не видел Фрея. Получается, смотри, в чем прикол. Раньше она же, я же тебе говорил, 80 очков стоит. В итоге... Сейчас она 75, то есть, ну, 105 я лично не видел. Не особо пофиксили, ну, вот как по мне. Для тебя, да. Слушай, а ты не помнишь, сколько лока обновляется? Минут 15? А, она не обновится, пока я тут, или ты? То есть, пока она не... Не, ну, то я понимаю, вот когда именно там никого нет. Блин, ну, по-моему, с полчаса. Полчаса уже? Ого. Если на ней сразу как бы все залутать, то она сразу обновится. Ну, например, простая лока без подземки, если все три сундука вскрыть, то она сразу обновится. Mm-hmm. Просто я помню раньше, вот когда играл еще на бета, там именно вот клен я зафармил, 15 минут где-то проходит, все, я иду, захожу опять в игру, типа лока обновляется. Ну, я так и не засекал, я обычно там на полчаса ориентировал. Мить, когда бегал фармить. А как у меня вот задание сейчас было на этого убийцу? Нафармить медь. Сделал кирку, пошел фармить. Добыл две, получается, зараженные, ну, эти грязные, во.
Она не считается. Ну ладно. Пошел все в подряд добывать.